Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство ZTE Blade A51, и сейчас я покажу вам, как поменять язык системы данного устройства. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки» и проходим в раздел «Система». Здесь мы выбираем язык и ввод. Далее выбираем «Языки» и нажимаем «Добавить язык» и выбираем нужный нам язык. И теперь нам нужно перетащить его вверх. И таким образом мы поменяли язык. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.